Привет. Сейчас покажу, как я режу раскосы на ферму. Вот, ребят, вот столько раскосов мы нарезали с напарником. Вот на такие фермы. Сейчас будем фермы делать. Вот это фермы. И что интересно, мы нарезали, не даст тут бабушка соврать, меньше чем за час. И все ровно, все аккуратно. Поэтому, ребятки, делайте такой станок, рекомендую всем. Вот это мой диск, он даже еще не расходовался. Вот, ребята, запомните, классный диск. Кто не знает, как пользоваться гидроуровнем, сейчас объясню. Самый лучший уровень – это гидроуровень. Корректировать не надо, все как в старинке. Вот сейчас там вот метка есть на столбе. Вон. И сейчас вот я беру шланг, вот так вот его ставлю, а он подводит до этой метки. Вот видите, пузырик остановился. Все. Вот тут я делаю черту. Вот мелом. Карандашом, чем угодно. И все, ребят. Все будет четко и правильно. Никакие лазерные уровни мне не нужны. Вот делаю навес. Там такие столбы стоят. Как вот на них крепить фермы? Это сложно. Вот я еще придумал. Вот такие два кольца, видите, они болтаются. Вот я сейчас их вот так вот дорезал, в одном месте отрезал, вот, а потом вот так вот надрезики сделал, вставил, вот оно получается, что теперь будет тугая гильза. Сейчас я его одену тут прихваточками большими, сделаю, все будет нормально, и сюда положу ферму, заварю. Вот, ребят, кто сказал, что диски луга, да говно, не верьте никому. Вот смотрите, какую трубу я порезал. 7 сантиметров стенка, два кольца сделал, вот что осталось. Вот, если руки и жопы, то любой диск будет до говно. Вот такой навесик сделали, 40 квадратных метров. Вот, 3 дня работали, делали. Сейчас теперь будут под него заказывать профнастил, бирюзу, просто такой свет, бирюза только по спецзаказу. Вот, ребята, смотрите, какой удобный вариант фермы. Чтобы не ставить одну на одну, чтобы не поднимать вверх. Вот, промежуточную сделали, немножко шире ее. Вот так вот ее одну в одну вставили, вот, и туда ее, и уже удобно, можно регулировать длину и все. Вот, ребят, может кому пригодится такой вариант, лично меня он устраивает, я его придумал позатом году, год назад. Все, ребятки, всем удачи!